Добрый день! Находимся сегодня в жилом комплексе «Сказка». Предлагается к продаже двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров. Жилой комплекс находится по адресу улица Лебедева, Академика, дом 1/9. Находится квартира на втором этаже теплого кирпичного дома. Жилой комплекс закрытого типа, он находится рядышком с Пантелеймоновским монастырем, рядышком с парком Феофания, рядом с Пирогово. Место экологически чистое, тихое, с хорошей транспортной развязкой, с хорошей инфраструктурой. Сейчас мы зашли в комнату, это спальня. Спальня имеет выход на балкон. Здесь в квартире два балкона. Вот получается, с той стороны у нас парк Феофания, монастырь. Это все зеленая зона. И это же как бы видно жилой комплекс. В каждом дворе есть оборудованная детская площадка. Так. В спальне положен ламинат, сделаны выводы под телевизор, розетки. Установлены двери межкомнатные, хорошие. В прихожей на полу плитка. Дальше вторая комната, гостиная, имеет два окна. Квартира светлая, уютная. Есть вывод под кондиционер. Установлены обогреватели, отопление. Отопление в данной квартире автономное. Газовый котел двухконтурный. Шкаф в комнате. Следующая у нас кухня. Кухня имеет 11 квадратных метров. Тоже сделана подготовка под кондиционер. Выводы розетки, типа телевизор, интернет. Кухня еще полностью не собрана. Будет полностью установлена кухня. Здесь находится двухконтурный котел. Тоже он будет прикрыт. Кухня имеет также выход на балкон. Территория жилого комплекса закрытая. Въезд по карточкам. Парковок достаточно. Санузел раздельный. В санузле есть раковина, шкафчик для хранения принадлежностей. Вытяжка установлена. Следующая у нас ванная комната. В ванной комнате большая ванная. Вывод под стиральную машину. Полотенцесушитель. Установлено также зеркало, умывальник. Друзья, кого заинтересовало данное предложение, пожалуйста, ссылочка под видео. Перейдя по ней, вы увидите актуальную стоимость и другую информацию по квартире, схему, метраж. Пожалуйста,
перезванивайте, пишите. Продажа срочная, потому как бы готовы выслушивать аргументированный торг и предложение с вашей стороны. Цена очень приятная будет. Всем хорошего настроения, пока.